выбор. Сегодня я выбрала это платье для эфира. Чувствую себя, Наташа, прекрасно, могу вам сказать, дорогие телезрители, потому что это лето, это цветы, это платье. И каждая женщина, конечно же, в платье выглядит превосходно, как мужчина любит женщин в платье. И на самом деле, вы спросите любого мужчину, что мужчина больше всего предпочитает женщине. Конечно же, мужчина предпочитает видеть на женщин, конечно же, в платье. Поэтому, друзья мои, может быть, в этом платье вы встретите свою вторую половину или порадуйте свою половину этим платьем. Ведь сегодня цена у нас более чем потрясающая. За такое королевское платье 1690 рублей. Поэтому звоним прямо сейчас. У нас ограниченное количество. Я знаю, да, Наташа? Да, у нас сегодня, к сожалению, великолепный эфир. Но, да, количество ограничено. Подсказывает нам 21 всего платье. Те, которые, надеюсь, конечно, мы не считаем, получите абсолютно новое в упаковочке. Вы посмотрите, какое великолепие у нас Оксаночка демонстрирует. И на шине демонстрирует. И обратите, в чем разница, да, обратите внимание. Пояс у нас совершенно идет отдельно, в дополнение к платью, самостоятельный аксессуар. Поэтому можете его совершенно по-разному обыграть. Посмотрите, вот, Оксана молодец. Оксана, кстати, великолепно работает с аксессуарами. Можно сделать галстук, можно повязать нам волосы. Это нам, девочки, решать. Я обожаю, когда нам решать, как выглядеть. Посмотрите внимательно это платье. У нас с вами талия под грудью сразу начинается. Ножки, а это, конечно, от ушей. Ножки? Да. Ножки бесконечные. У тебя уши не там располагаются. Так уши даже да, ниже, чем ножки. Посмотрите, какое великолепие. При этом зона бочков у нас свободна. Зона животика свободна. Мы прикроем, если хотим что-то прикрыть. Объема ткани хватит. Силы просто потрясающие. Отойду, чтобы девочек не затмевать. Смотрите, какая у нас Оксаночка. Инна, молодцы. Платье сумасшедшее. 46 по 60 размер. Оксаночка, тебе вопрос, самое-то главное. Как внутри? Потому что снаружи мы привыкли, что все должно быть идеально. А вот внутри? Значит, для меня очень важно не только снаружи, но и внутри. Потому что я, да, это одежда. Не только я крашу одежду, но и одежда меня. Это тело твое, родное, любимое. Тело, поэтому, да, внутри чувствую себя прекрасно. Потрясающе. Обожаю вообще лавсан. Лавсан на лето, я считаю, это самое то. Это тот материал, ты знаешь, который мне не жарко. Который, кстати, очень хорошо вентилируемый материал. Я обожаю, конечно же, лавсан за то, что он может быть абсолютно разным. Он может быть более эластичным, он может быть более глянцевым. Это у нас платье такое, знаешь, бархатистое, вот легкое основы. Матовая у нас здесь основа. Посмотри, как красиво у нас играет рисунок на лавсане. Ты знаешь, я люблю лавсан за то, что да, он яркий, всегда сочный. Очень декоративный. Очень ткань, декоративный. Просто сумасшедшая декоративная ткань. Поэтому вот это платье. Смотрим внимательно на девочек и обращаем куда свое внимание, драгоценное? На то, что платье может быть у нас и каждодневным элементом нашего гардероба, и на работу, и в кафе, и с ребенком куда-то пойти. И самое главное, что это же платье будет коктейльным вариантом. Кстати, вот вариант, который на Оксане, с каблуками и с галстучком, а не с поясом, я рекомендую как коктейльный. Смотрится сумасшедше. Добавили эротизма. Каким образом? Прикрыли немножко шейку. А что мы знаем об эротизме, да, в одежде? Что нужно прикрыть больше, чем открыть. И в данном случае это работает сумасшедше просто. Посмотрите на нашу Инночку. Она повязала бант. Банты мы, девочки, любим. И, кстати, мальчики банты любят тоже. Это очень романтичный аксессуар. Так что в данном случае творите, творите. Да, Наташа, я напоминаю, что у нас осталось всего 13 платьев, друзья, на всю Россию. Всего 13 штук. Звоните прямо сейчас. Потрясающее платье. Фантастический крой, фантастический дизайн, королевский дизайн. На самом деле, это люксовая коллекция. Наташа, ну я обожаю, на самом деле, вот такие вот грудку с запахом. Потому что U-образный вырез, конечно же, подчеркивает нашу грудь, посмотри. Конечно же, вытягивает нашу шею. Хочется держать спинку. Ну и, конечно, ни один мужчина не пройдет мимо вот такого вот запаха. Ну, во-первых, запах, конечно, делает нашу грудь куда пышнее и выразительнее, как глаза. Только в глаза смотреть никто уже не будет. А главное, в чем здесь секрет? Запах у нас присутствует, очень декоративный. При этом у нас здесь есть защип, есть притаченный один элементик, поэтому совсем сбоку ничего не развалится и не будет видно. Мы же помним про то, что лучше прикрыть лишнее, чем открыть лишнее. В данном случае выбирайте, вот как вариант вам нравится. Между прочим, обращаем еще внимание, куда убираем поясочек. И платье у нас все равно великолепно смотрится. Добавляйте пояс или нет просто по вашему желанию. Смотрите, Оксана мастерица посадила пояс на очень правильную зону, прямо под грудью. Да, мы можем пояс опустить, мы можем пояс поднять. На самом деле, вы можете абсолютно по-разному работать с этим платьем. И это еще один плюс этого платья. 1690 рублей сегодня цена на это платье. Звоните прямо сейчас.